Всем здравствуйте, с вами Слизень. Простите за то, что не было долго видео, я просто переехал. Ну, я был на каникулах в другом городе, вот. Я сейчас на сервере Хенненкрафт, по-моему. По-моему, он так называется. Да, у меня такой голос странный. Ладно. Баланс 1000. Так, я ведь хотел там что-то. А нет, подождите-ка. Может взять железо купить себе. Все, по-моему. Так, с лишним. Ну ладно. Посмотрим, кто будет мир. Так, подождем. Ну и где Кирито? Кирито, Кирито. Интересно, но я не хочу пройти. Так, о, я могу забраться наверх. Так, сейчас паутина далеко, да? Так, ну ладно, давай. А, ну ладно. Так. Ладно, еще раз. Сразу напишу ТПА или КАЛ, по-моему, КАЛ можно КОЛ звонить. Бика карте. Будем идти за ней. Может, она знает, куда она идет. Ну, или не знает. Она, наверное, даже не знает, как писать. Что тут написано? Что-что? Кости. Что за кости? Так, ключ. Нажми по сундуку. Интересно, где надо быть ключи? Хенон казино. Тебя есть шанс удалить только и интерес. Идти за ней.
пропал. Тупая. ПВП, давай, ПВП устроим, ПВП. Он тут ходит, тут ничего не знает. Я снипер. Снипер. Ой. По голове попал. Где крутая? Типа ее там не вот. Оу, это матрица. Что-то залагало. Оу. Оу. Надо это снять. Как ее там? Круто. Круто, да. Окей. Фу. Да. Пробел. Ой. Окей. У меня тоже есть меч. Я тебе такое говорил, а? Говорил. У меня тоже есть меч. У меня есть магия. А, пожалуйста. И ну он такая. Я попаду в тебя, невидимый человек. Попал.
Так, когда она ответит? Ну ладно. А на этом мы заканчиваем эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем бай-бай.